Здравствуйте, это информационная программа «День за днем». В студии Рената Булхаиров, и мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. Уже с середины июля в Тюменской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. А за последние две недели этот показатель в регионе увеличился почти в 4 раза. В медицинских и социальных учреждениях области уже введен масочный режим. Медики настоятельно рекомендуют его соблюдать, ведь маска снижает риск заражения вдвое. Только выбирать и носить ее нужно правильно. Если вы используете маски со стразами, с различными надписями, там, с зубами, они вас ни от чего и никогда не защитят. Маски должны быть, ну, по крайней мере, сертифицированы. Они должны быть медицинские маски, потому что вот даже те простые медицинские маски, которые мы видим везде, беленькие такие, голубенькие, они еще, помимо того, что обладают вот барьерной функцией, у них еще есть определенная пропитка, которая нейтрализует частицы вируса. Специалисты также отмечают, что новая волна ковида все же будет. Начнется она ориентировочно в сентябре-октябре. Детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда» внедряет современные технологии для коррекции речи у детей. Ежегодно услугами тобольских специалистов пользуются до 2000 юных жителей Тюменской области. С подробностями Ольга Куричко. Мы с тобой пришли в наш фиолетовый лес. Сегодня нас подсветит, кто ждет. Центр «Надежда» специализируется на патологии речи. Теперь здесь учат детей говорить выразительно, красиво с помощью современных технологий. Интерактивный компьютер специалисты превратили в полезную вещь. Развивающие игры способствуют коррекционной работе. Занятия стали ярче, красочнее, а дети отзывчивыми и более эмоциональными. Пространственная среда, они могут свободно себя здесь проявить. То есть какие-то создать пространственные модули удивительные, что очень хорошо влияет на эмоциональное благополучие ребенка. Ребенок получает удовольствие, раскрепощается и идет положительный результат. Ежегодно детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда» принимает до 2000 человек из Тобольска и Юго-Тюменской области. Почти 90% пациентов проходят через психологов. Теперь с помощью программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» им создали идеальное условие для занятий. Мы развиваем у ребенка разные мироощущения. Начиная с 80-х годов прошлого века, когда инвалидность в стране начали регистрировать, среди детей она выросла в 10 раз. Психологи помогают скорректировать нарушения, нормализовать имеющуюся патологию. Только в городе Тобольске у нас за прошедший год количество детей, впервые вышедших на инвалидность, в 2021 году составило 112, а в 2020 было 74. На первом месте традиционно меняют места заболевания нервной сферы и психической сферы. Мы должны это каким-то образом успеть скорректировать. Центр «Надежда» уже реализовал с Сибурем 5 проектов. Последний по новому направлению – инклюзивному. В этом году 20 проектов получило поддержку. Старт ожидается в сентябре-октябре традиционно. Также ждем новые интересные проекты. Всего у нас 7 направлений. Социальные проекты направлены на решение насущных проблем. Польза от них очевидна. Ольга Куричко, Ярослав Прохоров, «Тобольское время». 11 сентября вновь пройдет Тобольский полумарафон. Праздник спорта объединит более 1000 любителей бега. Гости приедут со всей Тюменской области и Уральского федерального округа. Участники полумарафона смогут преодолеть дистанции в 5, 10 и более чем в 21 километр. Регистрация на забег уже проходит на сайте «Стальной характер». У бегунов появится возможность познакомиться с богатой историей духовной столицы Сибири, посетив достопримечательности города. Кроме того, каждый желающий после пробежки сможет попробовать уникальную сибирскую уху на гастрономическом фестивале «Уха царица». Добавлю, что полумарафон пройдет при поддержке программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел».
Три воспитанника Тобольской школы дзюдо, мастера спорта России Любовь Орлова, Мирзо Шукариев и Любовь Тимофеичева представят город на Всероссийской спартакиаде. Турнир по дзюдо в рамках спартакиады пройдет в Казани 23 и 24 августа. Состязания по 39-летним видам спорта пройдут в 12 регионах России, от Калининграда до Камчатки. В них примут участие более 9 тысяч сильнейших российских атлетов. Это чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители чемпионатов мира и Европы, а также всероссийских соревнований. Спартакиада призвана проверить наш резерв по летним видам спорта, оценить потенциал сборных команд на следующий олимпийский цикл. В общем командном зачете Тюменская область пока занимает 9 место. А мы продолжаем нашу рубрику «Земля больших людей». Ее новые герои из 16-й школы Тобольска. Учитель технологии Виктор Балин и его ученики придумали проект «Байдарки», с которым победили на областной научно-практической конференции. Увидели лодку в действии наши корреспонденты. Мимо проходим, мимо. В берег не упираемся. О, отлично, молодцы. Пошли дальше, пошли на второй круг. Криви. Весла в руки и вперед, покорять водную стихию. С такой прочной байдаркой ученики 16-й школы могут плавать хоть целый день, ведь ее они сделали сами. Проект придумали прошлым летом, когда плавали на катамаранах по Иртышу. Им надоело брать в аренду лодки, вот и решили сделать свои. Сначала одноместную байдарку, а затем и рассчитанную на двоих. Клеили, вырезали фанеру и красили. Самое сложное, мне кажется, было это шить юбки. Потом в мае мы учли все ошибки одноместной байдарки и уже за месяца два мы успели сделать всю байдарку, то есть неделю где-то чертежи делали и остальное все время делали байдарку. Также клеили, вырезали. С проектом байдарки ученики 16-й школы Тобольска выступили на областной научно-практической конференции. Удивили там жюри и победили. Теперь эта байдарка стала не только гордостью школы, но и незаменимым спутником ребят. Интересно плавать, ее тестировать и ходить с ней в походы. Это будет наша совместная работа с ребятами и с моим тренером. А ходить в походы ученики 16-й школы любят. Несколько ребят состоят в туристском объединении «Вездеход». Им 6 лет руководит учитель технологии Виктор Балин. Потому и кружок превратился в мастерскую проектов, идеи которых рождаются в путешествиях. Вот за учебный год у нас получилось, мы сходили 4 дня в ноябре до Абрамовского озера, там около 60 километров вышло. На мартовские праздники, каникулы мы сходили на Таганай, на Урал. И вот в майские праздники у нас получилось, мы вышли на 7 дней. У нас был поход первой категории байдарочный по реке Иска. А у ребят уже созрели новые идеи проектов. Вместе с учителем они хотят сделать уже 4-местный катамаран, а еще веловездеход на гусеницах и отправиться покорять Тюменскую область, а в перспективе и всю страну. Анастасия Терехова, Шамиль Гулиев, Михаил Куричко. Тобольское время. В Тобольске уже 2 года работает оригинальная арт-студия. Даже те, кто ни разу не держал в руках краски и кисти, делают успехи в рисовании и с радостью проводят время на мастер-классах. А вот почему, узнавала наша съемочная группа. И вот в этот момент как раз-таки люди ловят арт-терапию. Когда вот так заливают, у них просыпается фантазия. Прозрачная жидкость в руках художника приобретает глубокие оттенки и прямо на глазах превращается в частичку воспоминаний, в кусочек тепла, в дыхание моря. Краски, кисти и вино – оригинальная арт-студия в Тобольске. Не перестает удивлять горожан и гостей. Мне пришла эта идея в голову море сделать именно в подносе, при том, что это многофункциональный поднос. Не просто для красоты, так сказать. Он может использоваться как и для завтраков в постель. Также можно использовать под различные крема, допустим, в ванну поставить. Арт-дни рождения, арт-девичники, арт-вечеринки и арт-свидания. Идея в голову Елены пришла спонтанно. Говорит, что на креатив вдохновляют именно людские эмоции. Я действительно люблю вот радость людям приносить.
То есть вот именно я люблю эмоции, которые они испытывают, когда они делают свои изделия, когда они рисуют просто даже, когда у них получаются красивые картины, когда у них получаются красивые изделия классные, которые они потом дома постоянно могут смотреть. И, допустим, хвастаться даже кому-то, вот это я сама сделала. Помогают гостям переложить образы на холст даже тем, кто никогда не держал кисти в руках, профессиональные художники. Рисуют акрилом, акварелью, текстурной пастой и даже вином. Сухое, полусладкое и сладкое по-разному ложится, говорит мастер. Творчество, оно не любит идеальности. Здесь каждый человек, он художник. И копировать вообще не стоит никогда никого. У вас должна быть своя индивидуальность. В краске и эпоксидной смоле здесь рождаются картины, часы, подносы, кашпо. И главное, говорит Елена, каждый гость сам может приложить руку не просто к творчеству, а к сотворению настоящего произведения искусства. Юлия Савиных, Рустам Рузеев, Тобольское время. Два объекта культурного наследия перешли в муниципальную собственность Тобольска. Это здание женского акушерско-фельдшерского училища на улице Ремезова, так называемая «Красная больница», и магазин купца Голева-Лебедева, улица Мира, 5. По сообщению Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, в собственность региона также переданы три объекта культурного наследия – гостиный двор и магазин Константинова на Базарной площади и конторское здание с лавкой по улице Мира. Уже заключены контракты на разработку проектной документации в целях сохранения этих объектов. Тобольский аэропорт Ремезов приглашает горожан на День открытых дверей. 21 августа в честь Дня воздушного флота появится возможность поближе познакомиться с воздушной гаванью, прогуляться по терминалу, задать интересующие вопросы сотрудникам аэропорта. А с 13 часов до 15:30 можно будет посмотреть на спецтехнику, которая используется в аэропорту. Трап, перронный автобус, снегоуборочную технику, тягач, ленту для погрузки багажа. Стоянка в этот день будет бесплатной, чтобы автовладельцы смогли припарковать свой транспорт на время экскурсии. А далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи! «18 августа в Тобольске пасмурно, днем плюс 12 градусов, ночью 9-10. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду».